Давай сегодня со мной. И сегодня с тобой я, панда. Всем привет, ребят, всем привет. О, кстати, утро начинается, да? Или это закат? Вроде восход. Короче, меня, сразу говорю, у меня есть дофигища железа. Мы уже можем по железному сету себе сделать. Я покажу, как ему плавить. Это хорошо. Ты знаешь, что тебе это его хватит? Держи. Я знаю. Один брок плавит 8. 16 поделить на 17. Аня, 60 поделить на 8. Уроки математики от панды. Нет, короче, оно не делится, там у тебя еще части останутся. Математика от панды. Ты уже знаешь, что я решил? Нужно построить как больше много, как можно больше. И нам сделать хотя бы дома, и там территорию, не знаю, какую-нибудь. Не, я останусь тут, у меня сейчас нормально. Я во дворце. Так. Я планирую сделать хату уже в третьей, четвертой. Когда я построю себе хату, у меня будет много волков. В принципе, у меня есть уже железная кирка, я только что ее скрафтил. У меня тоже есть. Это хорошо. Это сюда. Это сюда. Как тебе сейчас идея сделать... Ой, я хочу на лопату выкинуть. Это будет круто. У нас есть щитиксы. Да, щитиксы у меня тоже есть. Щитиксы. Нет, ребят, не читиксы, а щитиксы. Читеры. Я не понимаю, где что, так что положился сюда. Да, я был прав. Я, короче, вот в этот сундук маленький положу всякую фигню. Возьму пару досок. Какие-то на 11-28. Окей. Так, деревянная кирка. 11-28. 11. Нет, не значит в ту сторону, да? Или 28-1. Я не понимаю. Пошли, я тебе покажу эту пещеру. Тут будешь сейчас 300 лет копаться, искать. Так, короче, это, по-моему, вот эта вот пещера. Только тут скелетик, которого успешно загашу. Да, ты его гасил. Разве да. Это та пещера? Да, это та. О, тут мой друг. Блин, тупой скелет. Тут Валера. Какой Валера? Да вот, Вася, мой друг детства. Да. О, шлем, он будет... О, мой... лук. И... У тебя есть шлем. Огнеупорность и шипы. А у меня этот шлем только... Кстати, я его три зубки не загасил, но только огнеупорность и один. Сломался. Тогда дай мне этот шлем. Ну, свой, который на тебе. Нет. Так, вот эта шахта, короче, ищи. Зачем ты так факела ставишь? Я не ставлю факела сейчас. Через один блок факела стоят. Не знаю. Я не помню, это было давно. Ага, вчера. Да. И... Куда мы вышли? Буль-буль. Куда идти? Ты везде ставишь факела и непонятно. А тебе это нужно, железный топор? Топор... Да, давай. Я пока сделаю нам. Бьют резубцем. Раз, два. Мажор. Так. Где-то с конё. А, вот он. И водичка, водичка. Короче, задачу на первую серию выполнили. Сделать железный нагрудник. Да, да. Это была задача на первую серию? Да, ну помнишь, вчера говорил, типа, на первую серию нагрудник надо сделать. Мы это сделали уже во второй серии, но первым мы добыли алмазы зато. Так, я собираю из сундука все стрелы, так как у меня есть лук. О, тут ниток, я на удочке еще сделаю. Кто? Кто такой смелый? Ты такой смелый, у меня смотри, что есть. На, я тебя сейчас просто раскатаю. Ну, эй, ой, где мои факела? Да, вы задолбали еще один паук. Факела убегают из инвентаря. Я только что убил одного паука, но почему я подбираю второй факела и не... И они вылетают. Ух, все. Тут тупик. А что тут так пауков много, и они такие сильные? Потому что... Пауки пока жесткие. Пауки всегда жесткие, особенно пещеры. Ну, пещеры, да, но это обычные. Их почему-то тут очень много. Пауков всегда много. Чем больше пауков, тем...
Штаны! О, нет, это... Не знаю, зачем, но я это буду... Я не знаю, блядь. Нет, ребята, это не реклама канала, который любит штаны. Нет, я просто сделал я... штаны. О, я упал. О, да как неожиданно. Три раза подряд упал. Ну, короче, сейчас я тебе нагрудник скину, не трогай меня. Вот тебе нагрудник и вот тебе топор. Вот, спасибо, спасибо. Я крафтер. Вот это мой двойной сундук, то что сюда... Хорошо, я тут одну еще и копаюсь в уголке нашу. Не лазите. Текс. Я тебе хочу, знаешь, что сделать? Наверное, так пусть будет общим, потому что это бессмысленно. Я хочу сделать себе штаны железные. У меня есть штаны. Это алмазные. Ты дурак? Я сделал себе алмазный железный, алмазный кирка. А, алмазный кирка, это хорошо. Алмазный кирка. Смотри, какой я красивый. Не, ну это ты пошел. Смешно, конечно. Что смешно? Смешно, что я красивый. Я не понял. Так, короче, у нас есть много ресурсов, но у нас нет дома. Ну ты можешь делать дом, я не буду делать дом. Но я потом так, я чуть не скрафтил кнопку. Это... Удочка? Тебе нужна удочка? Нет, удочка не нужна, но... нужна, но не сейчас. Ну я одну пока что скрафтил, потом скажу. Напишите, когда вам понадобится удочка. Без смысла переплать? Да, ты где? А, у тебя есть шлем. Короче, я буду пока тебе крафтить броню. Чего у тебя нет из брони, там, подскажи? У меня штанов и... Что умеет? Штанов и сапогов. Так, ну как бы... Ну, штаны, а потом... Сапоги. Ну, хорошо. Что, на сапоги? Нет. Что ты делаешь? Текс. Ну, всё, штаны я буду скрафтить. Текс. Вот. Время думаю, что ты говоришь не текст, а текст. Хм. Тебе нужен лук? Лук у меня есть поломанный. Да, у меня в принципе тоже. Скелетовый пау! Да, у меня тоже. Ватерброд. Ватердроп идеальный. Знаешь, что такое ватердроп? Да. Ватердроп идеальный я сделаю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тебе сапоги нужны? Да, сапоги и штаны. Штаны я скрафтил, сейчас вот жду последнее железо на сапоги. У нас еще много осталось. Это я, конечно. Да, вообще. Ватерброд. Ватердроп. Ватербутерброд. Короче, я тебе броню скрафтил, в сундук твой положу. И давай. Вот, штаны и сапоги. Зато я хорошо паркую. Не, ну я паркурю лучше тебя, признаю. Ну, я на сервере паркурю все время. Когда мы проходили с тобой карты, я все время ходил вперед, и ты запыхался. Ну, или паркур ты... я не люблю просто. Я редко прохожу его. Я тоже, но понимаешь, в Майнкрафте меня сами находят паркур. Они паркуры. Ой, я чуть не упал в лаву, нормально. Что, добыть сейчас обсидиан? Давай, добывай. Что нужно, обсидиан нужен для чего? Для порталоватой, для чарки. Ну, я хочу добыть как-то... Сколько нужно здесь чарки, я не помню. 8? Нет. Не 8. 2 вроде, да? Так, ну-ка, сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, по-моему. Не 3? Не, сейчас даже гляну да, для точности. Мне кажется, 3. Так, ну-ка, чарка. 1, 2, 3, 4. 2 алмаза и книга. Да, точно. Ой, у меня в руке 2 алмаза. Так. Алмазы скрываешь. Так, я пока начну дом строить. Тут нужна карта. Так, строй дом себе. Угу. Я сделала небольшую коробочку. Золотая кирка не добывает золото. Ай! Почему тут два... Чуть лава вниз. Как мне ее сейчас застроить? Ну да, вот как. А, все нормально, охренеть, я выжил. А, да, вода же. Да у меня железо. Вот. Нет, было бы у меня железо, я бы залил эту лаву. Не понял!
не понял. Что за подстава? У меня одно хп, и на меня паук залез. Паук упал в нашу ловушку. Какую ловушку? Тайком. Я не знаю, откуда это? Крипер взорвался или что? Нет, это я поставил факел, там все сломалось. Ну вот, короче, такая вот ловушка для мобов. Они оттуда плохо выбираются. И иногда я туда опять упал в эту лаву. Скелет! Я решил поплавать в лаву. Я у тебя тут... Ой. Ну, короче, сейчас я его убью. Я у тебя займу тут чуть-чуть. Давай. Короче, я тебе штаны и сапоги положил в сундук. Окей, убил. Спасибо. Я так, тебя тут железо вернул в печку, там в ингредиентах. Хорошо. О, так. Шмот. Да, там шмоточки. Я скрасил себе ведром, что я хочу залить ту лапу. Испортила она мне жизнь. Сейчас нужно приодеться, Гуччи, все я в Гуччах. Как испортить жизнь панде? Просто скиньте его в лаву. Ты же помнишь, что я могу себе скрафтить алмазный топор, а ты не можешь? Но у меня есть два алмаза, я могу меч скрафтить. Ну что? В принципе. Топор лучше. Так. Прикинь, даже факела я не брал. Блин, меня что лагает. Ты на месте стоишь? Я. Ну ясно, ребята, я устраню неполадки и вернусь. Итак, ребята, я вернулся. Так, стоп, я вставил двери. Так, вот, я скопал песок. Я добываю алмазы. Сначала я хочу на портал в ад. Еще алмазы нашел? То есть не алмазы, а обсидиан. А то я уже испугался. Ну что, потом еще алмазы нашел. Алмазов много не бывает. Ну то да, но... Это хорошо, но плохо. Что алмазов не бывает, это разве плохо? Не, это хорошо. Так, я пока... Почему это хорошо? Даже чтобы алмазов было много. Ну да, я об этом. Ты говори, я говорю, что алмазов много не бывает, ты говоришь, что это хорошо. Не понял. Я люблю алмазы. Представляешь, а я не люблю. Это типа шутка, представляешь? Розыгрыш. Ха-ха, смешно. А ты где там? Я где-то тут в шахте. Обсидиан добываешь? Да. Последний, девятый. Ух, 9, все. Теперь можно смело паркурить лаву. Я горю. Горишь, как огонь я. Ой, или это паранойя? Все. А ты где? Я на спавне. Я твой дедушка. А я твоя бабушка. Я твой дедушка. Что у тебя тут такое? Дедушка. Хочешь пирожков с капустой? Убери свою воду. Трезубец. Это не мой, кстати. Бери. Что? Воду. Нет, у меня нет воды. Я видел его в руке. Короче, все, обратно. Я не могу трезубец подобрать. Я тоже не могу. Ну вот этот. Да, я знаю, он, это не мой. А, блин. А жаль. Мне, короче, смени свой скин. А то кости болят, знаешь ли. Блин, тут с трезубцем, бро. Опа, это неплохо. Он мой. Так, давай пока мочи там всех. А я пока буду строить домик. Я делаю плоть. Будет опять же в таком деревенском типа стиле. А, нужно отойти. А, он же может выходить на сушу ночью, точно. Да, прикинь. Ой, я ничего не выстрелил. Ту-ту-ту. Ай, дед гад, я тебя нифига не вижу. Сейчас нужно заниматься порталом ват, а я тут... С утопленниками воюешь. Да, которого еще ни хрена не видел. Да где ты, гад? А, вон! Уже было поздно. Опа! Так, надену свою броню обратно. Вообще нифига не вижу. Ладно, я пойду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Настройки. Настройку? Профиль. Где тут? Там видео.
яркость на 100%, поле зрения на 110%. Все, теперь ему капец. Теперь я думаю, я буду видеть. Такой он тебя особенно. Теперь я под водой далеко вижу, я вообще далеко вижу. И у меня все светло. Ну, я тебя вижу, все. Раз, тыкай топором. Два. Три. Блин, трезубца не выпало. Ну да. Ну да. Зато мне сейчас трезубца не выпал. У тебя есть кремень? Кремень, посмотри в сундуке, я не помню. Я не знаю. Отправляем панду в шахту. Почему? Потому что, по-моему, у меня нет кремня. Ну честно. Я на крыше. Я на крыше. Блин. Что ты тут деревья выращиваешь? Или что ты делаешь? Ту-ту-ту-ту. Я не понял. Так, у меня есть гравий. Полчара. На попей гравий свой. У тебя есть он, я же видел. Нет, нету кремня, он я тебе гравий скинул. Я видел же, я когда твой сундук тебе ложу что-то. Может, это был уголь? Может, у меня есть гравий? Я скинул гравий. О, да, у меня есть 5 карточек. Там знаешь чего? Гравий? На, я тебе там скинул еще 18 вроде бы. То есть не гравий, а... Кремний? Да. Это хорошо. Что-то... А 9 нужно на портал, да? Я же не ошибаюсь. Кого 9? Обезьяны. Я не помню. Нет, тебе не хватит. Почему? Ниточка. 2 бока, это 4. И 3. Это 6, да, нужно 10 одного. Математика от панды. Так, я пока тут дуб добываю, потому что у меня крыши. Может, сам дуб? Сам дуб. Пень. Короче, ты пень, но мне просто для крыши надо ступенечки красивые. Хочешь, тебе водой зальют в этот дуб? Нет. Хочу. Потому что он еще не достроен. Ты представь. Вообще, можно, потому что я читал в Википедии, там дома, которые залиты водой, ну, пол типа залит водой, они более безопасные, так как их не взорвет динамит. Я умный. Ты хочешь дом с... бассейном, да. Ну, такие дома, по крайней мере, более безопасные. Когда у тебя очень большая прорисовка, тебе легче паркурить, когда у тебя здесь прорисовка. И еще тебе легче бежать, когда ты быстрее бежишь. Да? Не знаю, когда стала большая прорисовка, как будто быстрее стал бежать. У меня, кстати, на потолке стекло есть. Можно посмотреть в небо. И определить, какое время суток. Конечно, можно и в окно посмотреть, но это же скучно. Можно часы тупить. Но это же скучно. Скрафтить. А окно смотреть — это весело. Азарт такой. А особенно весело, когда окно в потолке. Поднимать голову, шею напрягать. Так, я пока спущусь сюда. А я пока паркурю. Ой, я запаркурю в лаву, это по-любому было не специально. Я залил себе водой, и у меня осталось 4 кота. А теперь я прыгаю в лаву специально. Ну да. Так, я пока что... Вообще, голову быстро тратится. Я пока что сделаю каменную лопату. Ну, кто-то так работает, тот так и ест. Я много работаю, поэтому я много ем. Гордяй. Я тут дом строил, а ты жрёшь. Я внюк. Сундук не оставил. Это не я. У меня блоки нету. Ну, как у меня и есть, но я не ставил. Да не ври ты. Заставил. Ну, если даже не делал, то не специально. Ага, ага. Вот этими блоками заставил. Вот этими? Да. Ну, доски. Это я не специально, если заставил, потому что я на крышу залазил. Вот. Строил там. А ты не... А специально еще было на мой сундук ставить блок вот так? Так.
Ну, может, не знаю, там нечаянно поставил. Так, блок. Да говори, что ты не знаешь, ты что знаешь? Ладно, шутка. Оп. Текс. У нас много вещей. Все, пар. Дверь открыл. Пытался закрыть дверь, в итоге залез в сундук. Так. Иди в мой дом. Портал достроен. О, круто. Осталось его активировать. Сундучок. Если бы у нас... А, нет, так не получится. Что? Ну, если бы, типа, стрелы на поджог, думал, но так не получится. Огненный шар. Ну, огненный шар тоже. Фаербол. Фаербол получится. Ну, фаербол получится, я думал, это, типа... Все, портал горит. Не понял, кто меня бьет? Это ты, говнюк? А к тебе идея, я пойду ночевать. Давай, ты пока иди, я с утопленником сражаюсь тут. О, еда! Так. Свинтус! Здорово. Возьму себе все. Ты, главное, портал не туши, а то я тебя потом убью. О, а также можно в рандомную точку тэпнуться так. Так можно обсидиан дюпать. Это я знаю, как так дюпать обсидиан. Но все равно. Короче, я в аду. Тут еще более нифига не видно. А что там, крепость? В крепости появился, надеюсь? Нет, не в крепости, но может рядом, что я не вижу. Свинозомби, здорово было. Печенье тебе давать не буду, а то ты отвечешь мне. Я вообще... Так можно золото добывать. Ты, походу, дал пятюню свинье, да? Нет, я ничего не вижу, я вообще ничего не вижу, я реально говорю. Я вижу только этих свинозомби. Может, тут рядом крепость. Я, короче, тут по обычному миру пока бегаю, еще нам еды и деревни. Боже, деревни это тоже еда. Ну, как, не жителей есть, а... Ну, это как скажешь. Ну, короче, блин, с огородов собрать и ограбить сундуки. Блин, мне свиней шашлык не выпал. Подожгу территорию. А сейчас... Я прыгну. Я прыгну в лаву. Я вот прыгнул с высокого места. А, блин. Ты чё так смел? Сколько тут еды? Да. Да, еды тут много. Я, короче, сейчас эту коровку зарублю, ребята. Нет, я не пропустил деревню, я вижу ее. Ты деревня, то прикольно. Да, вот. Ведь она не так далеко от спавна оказалась. Я ее случайно нашел, потому что завернул там за коробку. Выживаю. Деревенчик Эндера. Иду, и оказывается, где-то в 20 блоков от спавна его была деревня. Бывает. Когда шел в Олимпиаду. Я нам, короче, это еще кроваток возьму отсюда. Кстати, зато мы ее возьму. Да, и печек. Где-то либо. В кузнице сапоги, два седла, кстати. Знаешь, что бить, какая идея? Железо, обсидиан 6 штук. Прыгнуть в лаву. Хлебушек, о, сундук. Нет, я не успел. Что сделал? Все-таки с того места я не упаду. Все, мои координаты точны. Никогда раньше. Так, сколько... Реально, такая неплохая деревня, короче. Может, ты координаты запомнишь? 102, 66, минус 247. Советовал бы тебе сделать книжку с пером и записать. Тут спруты рядом плавают. Так, я еще и рисовочки заберу. Я еще записываю на все координаты. Что на координаты легко? Так, о, подобрала рисовочку. Ну тут, конечно, нормально, так причем лут, походу, есть в этой деревне. Ну, уже кузница, кожевня. Вот в этом домике есть лут, я знаю точно. Что в кузнице? Ну, в кузнице там два седла, сапоги железные были. О, я книжку нашел для чарки. Так, картофан, перышко. Весь полки книжные.
Полки книжные нет. В этом домике, в котором я сейчас нету, но я нашел еще кожевник, который котел. Можно будет сделать эту ферму жителей. Ну, ну да, в принципе, ферму. Торговать не буду. Так, сундук. Кожаные штаны! Да боже мой, хватит рекламы уже. О, изумруд. Изумруд, это хорошо. В принципе, у нас и так изумруды есть, но я нашел изумруды в деревне. Изумруды лишние бывают. Ну да. Так, вот я нам две кроватки соберу. Потом, если надо будет вернуться, ну, кроватки для дракона, если что. А, кстати, да. Знаешь, что в Боженке так и написано? Книги по прохождению... Так шо, крепость? Какую крепость? О, адку? Да. Короче... Делай книжку с пером, я тебя прошу. А я далеко, я не знаю, где искать это все. Ну, хотя бы просто убери, у тебя есть книжка. Так, о, голем. Сейчас я забью голема нам, чтобы было железко. Да-да, чтобы стать дофига железа. Ну, будет еще больше. Так, там голем. Я уже такая надо записал. Так, меня голод бьет. Блин, я не смог достроить по-правильному столбик. Я забью, да. Не знаю. Ё-моё, он сильный. Да, представляешь, голем сильный, офигеть. Умею переход открыть. Так, я бегу. Короче, запиши координаты. Блин, ты сложный поставил. Да. Я думаю, почему я умер от голода. Так, спрут, иди сюда. Запиши координаты. Ну, я книжку с пером с чего-то другому сделал. Что, не выпало эта фигня? Ну не может не выпасть. Ну не выпало. А, выпало. Я не подобрал. Так. Что у меня на крыше делает адский камень? Может, ты книжку сделаешь? А реально, откуда у меня на крыше адский камень? Да я его поставлю, я просто у тебя на крыше спавню. Ну ладно. Так, с чего она там делается? Перо, чернила, у меня вроде все это есть. Так, опа. И говори координаты, внимание. 38. Сейчас. 43. 43. 97. И напиши координаты. Тире. Адская крепость. Короче, тебе потом дать кварц. Ну, можно. А координат деревни ты помнишь? Нет. Блин. Тебе говорю, я уже не помню. Да, я там. Так, ну я нам принес кроваток. И в принципе... Давай, пацаны, я буду. Я тебе кроватку поставлю. Где? Ой, я на твоей крыше. Вот тебе кроватка. Ладно. Ты делал? Что? Ты ее видел, как поставил? Нет. Ты ее поставил прямо под блоком. Обсидиана? А было бы прикольно, просыпаешься и не успеваешь сломать блок. Ну там ты в любом случае, в принципе, не успеешь. Так. Ну да. Но что ты назритой киркой можно сломать бедро? Да, но это не проверено. Это проверено, но это долго. Да? Да, это проверено, это долго. Это, конечно, ее начинает на эффективность, это где-то час. Всем пока, ребята!